На всероссийские соревнования по рукопашному бою «Вершина» среди юношей и девушек, юниоров и юниорок приехало более 750 участников из 37 регионов страны. Мордовию на соревнованиях представляли две девушки и двое юношей. Состязания стали хорошей проверкой сил спортсменов. Ребята тренировались долго и упорно. Перед Новым годом начали потихоньку уже раскручиваться. И потом с 3 января полномасштабная тренировка. На каникулах 2 тренировки в день было. В учебное время, естественно, одна тренировка в день. Каждый день, иногда даже по воскресеньям. По итогам соревнований Наталья Гурьева, одна из сильнейших рукопашниц Мордовии, заняла 3 место в группе 14-15 лет. Михаил Осичкин тоже завоевал бронзу в группе 16-17 лет. Результатом и спортсмены, и тренер удовлетворены. Ребят показали хорошо. Миша Осичкин, у него вот вторые выездные соревнования по рукопашному бою. На ПФО, к сожалению, не проиграл, а вот сейчас на всероссийский 3-м стал. Один бой проиграл, за 3-е место выиграл. Очень хорошо пробился. Наташка Гурьева первый бой выиграла, второй бой она по первому техническому проиграла. Последний бой в явную выиграла. Быстрее, выше, сильнее. Вот дальнейшая установка. В марте юноши и девушки из Мордовии будут покорять Тулу и завоевывать все больше и больше медалей. Кристина Стомина, Народные новости.